Прогулка на теплоходе. Вот этот теплоход я показывала утром. И я все-таки на него попала и решила прогуляться. Супруг лежит дома, загорает на кровати. А я гуляю. Вот это скала Дива. Мы отъезжаем. Теплоход довольно долго стоял у причала, ждал своих пассажиров. Но сейчас людей немного, поэтому он, в принципе, не заполнен. Так, практически пустой. Так, вот она наша, вот канатная дорога. Тарзанка там, может быть, видна. Это мы проходим мимо скалы Дива. Вот кошка остается позади. Кошка Дива. Уже с другого ракурса. Сейчас покажу водичку. Водичка бирюзовая, очень красивая. Хочется, чтобы ее было видно. Берег. Погода солнечная, жаркая, но в море практически не купаются. Я сегодня не пробовала купаться. Наверное, все-таки вода прохладная, иначе народ бы купался. Ну, малышня плавает. Или не малышня. В общем, плавают дети. И люди, и дети. Разворачиваемся и идем на Ялту. Солнышко скрылось за тучкой. На катамаране кто-то катается. Добрый день, уважаемые пассажиры. Мы рады приветствовать вас на борту теплохода «Азов-1». Вот сопровождение. Напомню, что наше. Сегодня мы с вами направляемся в И я выключаюсь. По пути следования будем знакомиться с такими курортами, как Шимис, Алупка, Висхор, Ливадия, Ялта, Массандра, Никита. Мы познакомимся с западным и с восточным побережьем. Ай, Петри, вот я показываю.